Здравствуйте, я Андрей Тарасенко и компания «Сенцовские грибы». Сегодня мы поговорим о посадочном материале «Мицелии». Перед вами одна из стандартных упаковок зернового мицелия. Данный мицелий выращен на овсе. Вы видите запаянный блок. Здесь находятся фильтры с двух сторон для того, чтобы мицелий мог дышать. И микробы не попадали из внешней среды. Мицелии могут расти как на просе, на овсе, на ржи. Даже попадается мицелий, который выращен, пророщен на шелухе подсолнечной. Грибовод начинающий должен знать, что грибной мицелий, он имеет вот такой белый цвет. Белый цвет. Вот эти вкрапления черненькие, это злаковые зернышки. Когда пакет скрывается, запах должен быть грибным. Не кислым, а приятным грибным запахом. Если запах будет кислый, если появятся какие-то зеленые, красные точечки расползающие, это свидетельствует о том, что мицелий заражен и он погибает. Использовать его нельзя. Вот. Бывает так, что из-за длительного хранения мицелий начинает желтеть. Снизу, примерно вот в этой части, появляется коричневая жидкость, называется эскудат. Вот. На качество мицелия это мало влияет, но это говорит о том, что мицелий хранится неправильно, и его надо использовать как можно быстрее. Мицелий хранится в обычном холодильнике, ну, например, как вот этот. Устанавливаем температуру 4 градуса, выше нельзя, от 0 до 4. Вот, и устанавливаем в холодильник такие пакеты. В холодильнике мицелий может храниться до 3 месяцев. Без потери какого-либо качества. Но у меня был случай, когда мицелий по некоторым причинам пролежал в холодильнике порядка 6-7 месяцев. И после этого был засеян соломенный субстрат. В этот же субстрат, в другие блоки, были засеяны и более свежие грибницы. Что интересно, качество мицелия, который пролежал больше полугода в холодильнике, ничуть не ухудшилось. Урожай был точно таким же, как и на остальных, на более свежей грибнице. Что надо сказать? Что мицелий не боится, зрелый мицелий не боится заморозки. В силу ряда причин проводили эксперимент. Брали стандартный блок запакованный с мицелия, помещали в морозильную камеру, и он находился около месяца. Вот, при температуре примерно 18 градусов холода. После чего этот блок был перемещен в холодильник, и двое-трое суток находился при температуре плюс 4 градуса. После чего был вскрыт, проверен на пригодность к высеву и засеян в блоке. Также блоки показали хорошие результаты скорости. Все, на этом спасибо.